Так, попозже расскажу, как прошла ночь. Ну, ночь прошла нормально, без особых приключений. Но был один нюанс-момент, о котором... Режим записи. Выскочил разъем из прикуривателя, поэтому запись остановилась. Продолжаю движение. Так. Бензин почти на нуле, показывает 90 километров, ну, гораздо больше километров на 150, потому что вчера несколько часов стоял на холостом ходу. Перебрасывал видео на внешний жесткий диск, освобождал карты памяти. Показывает расход топлива 41 литр на 100 километров. Стараться заправляться только на Газпроме. На трассе 95-й 48 рублей цена падала. Нет, сюда не поеду. Сюда я не поеду. Это какая-то непонятная заправка. Видео перебрасывал порядка 3 часов,
около 3. Ну, медленно. Другого выхода нет. Что заправка-то, ё-моё? Так, ну вот Мурманское шоссе. Газпромнефть, ё-моё. Уже рядом было где-то.
пятый. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Пересменка, что ли? Ни заправщиков, никого нету, блин. Так, так, так. Ну, ночь прошла спокойно. Но есть такой нюанс, который хотел бы вам сказать. Уже такое было неоднократно. Приезжая на парковку, на стоянку для ночевки, всегда подхожу к охраннику или кто там отвечает за нее. И прошу показать место, где
можно остановиться, никому не мешать, потому что приезжают большие грузы и так далее. Вот, мне показывают места. Сегодня приехал трижды, спросил, где поставить машину. Ставьте, где хотите. Стоянка под охраной, ничего страшного. Тем не менее, я настоял, чтобы она пальцем показала мне, куда встать, работница, вот этой парковки. Она показала мне, я встал. Уже задремал в машине, стук в окно. Подходит еще одна тетка. Вы знаете, вам нужно, вот мы неправильно поставили и так далее, и так далее. Я говорю, мне это место показала ваша вот, начальница там или кто. Вот квитанция об оплате. Ну вот, мол, приедут, большие грузы там могут разбудить. В общем, это меня, честно говоря, взбесило. Я говорю, трижды говорю, просил указать место, мне показали, и пришла еще одна женщина, в руках тетрадь какая-то, к ней тетради пришпандорены скрепкой денежные купюры. Ну, показывает то, что она как-то при делах в этом деле. Я распсиховался, послал ее нахрен, сказал, не дай бог, что будет с машиной ночью, проблем не отберетесь. Нет, 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 все нормально. Так.
Thank you.
Okay.
прописываться.